Здравствуйте, подписчики и гости канала. Это видео о том, как восстановить файлы из удаленного раздела диска с помощью программы RStudio. Откроем управление дисками. На нашем жестком диске есть разделы с файлами. Удалим их. Для этого кликаем на каждом из разделов правой кнопкой мыши и выбираем «Удалить том». На освободившемся после удаления раздела в пространстве создаем новый том D. Таким образом мы получили диск, из которого удалены разделы с файлами. Чтобы восстановить файлы удаленных разделов с помощью RStudio, запускаем программу и выделяем жесткий диск, из которого необходимо восстановить файлы. Нажимаем кнопку «Сканировать». В открывшемся окне делаем дополнительные настройки и жмем «Сканирование». Дожидаемся окончания процесса сканирования. Программой рассчитывается его длительность. Обратите внимание на строку состояния внизу окна программы. В результате RStudio отобразило в окне слева список обнаруженных разделов сканируемого жесткого диска. Просмотрим содержимое раздела, объем которого совпадает с удаленным ранее диском. RStudio отобразило содержимое данного раздела, в котором не обнаружено удаленных файлов. Такой же результат и с другими распознанными разделами. После сканирования существующего раздела диска «Новый том», который был создан вместо удаленных четырех, программой таки были обнаружены файлы удаленных разделов. Выделяем файлы и папки, которые необходимо восстановить, и нажимаем иконку «Восстановить» в верхнем меню программы. Указываем папку для восстановления файлов и нажимаем кнопку «Да». Файлы и папки восстановлены. В заключение можно сказать, что программа неплохо справилась с поставленной задачей. По качеству восстановления данных RStudio является прямым конкурентом Hetman Partition Recovery. Она также восстанавливает файлы из удаленных или отформатированных разделов диска, создает образы дисков и восстанавливает данные из них, имеет адекватные функции предварительного просмотра восстанавливаемых файлов. В чем Hetman Partition Recovery превосходит конкурента? Это простой, интуитивно понятный интерфейс, намного более высокая скорость работы, как сканирование носителя информации, так и восстановление данных. Простота использования. В последнем обновлении в программу добавлена функция восстановления данных виртуальных дисков и дисков виртуальных машин. С помощью Hetman Partition Recovery возможно восстановление данных в 2-3 шага, что значительно улучшает процесс восстановления данных и только положительно влияет на его результат. Если у кого-то есть больше информации или предложений относительно восстановления файлов из удаленного раздела или жесткого диска, то всегда будем рады вашим комментариям. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если данное видео помогло вам. Смотрите также другие видео канала.